Life is Good на Кипре. Обучение LS3 для лидеров холдинга в курортном Лимассоле. Готова ехать уже домой и применять это все. Новоселье в Петропавловске-Камчатском. Квартира для пайщицы ЖК Best Way Ксении Витютневой. У нас было ощущение, что все, вот оно так и должно было случиться. Деловая эстафета. Аттестация топ-лидеров Life is Good на проведение обучения «Риторика-1». Все лидеры, которые собрались сегодня, получат именно практические навыки проведения данного обучения. С 4 по 7 февраля в курортном Лимассоле состоялось обучение LS3 для лидеров холдинга. Оно проходило в рамках деятельности Международной бизнес-академии IBA. В первые два дня был представлен образовательный курс официального партнера Life is Good Андреаса Винса. Всемирно известный бизнес-тренер рассказал о финансовом аспекте ведения бизнеса, определении типов сотрудников для эффективного построения структур, затронул тему лояльности и корпоративной культуры. Также были проведены практические занятия для отработки полученных знаний. Построение структуры, работа с командой, делегирование – это как раз то, чего не хватало мне, по крайней мере, в моем бизнесе. Готова ехать уже домой и применять это все. Лидеры холдинга являются локомотивом бизнеса Life is Good. Знания, полученные на семинаре, директорам предстоит транслировать в своих структурах. Наряду с ценной деловой информацией участники LS3 получили глубокие психологические знания. За эти дни обучения мы получили действительно глубокие знания. Мы еще лучше научились чувствовать клиента, чувствовать сотрудника. И я думаю, в работе в дальнейшем для каждого из нас это будет иметь большую ценность. В третий день пребывания на Кипре для участников семинара была организована экскурсионная программа. Состоялась поездка в горный кластер острова. Первым пунктом остановки стала знаменитая винодельня Ламбури, которая считается одной из лучших на Кипре. Затем лидеры холдинга посетили Кикский монастырь Кипрской православной церкви. Он находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Вот это вот прям так помогло сдружиться нам всем, объединиться именно. Вот эти вот поездки, отдых, это неформальное общение, оно как-то вот от сердца к сердцу помогает вот наладить такие дружеские отношения. В завершающий день LS3 была продолжена деловая часть. В частности, состоялось выступление юриста ЖК Best Way касательно юридических аспектов деятельности кооператива. Люди, которые приехали сюда, они готовы и хотят обучаться, они хотят жить деятельностью жилищного кооператива. Есть обратная связь и понимание того, что они впитывают эту информацию, чтобы доносить своим структурам и людям, которые хотят вступить в жилищный кооператив. Советники президента Евгений Чайчук и Вячеслав Краткевич рассказали о планировании, важнейшем аспекте ведения бизнеса. Советник Имре Гонда акцентировал внимание слушателей на том, как грамотно распределять время в деятельности Life is Good. Завершился семинар LS3 выступлением президента холдинга. Роман Василенко поделился актуальной информацией о текущих результатах работы компании, рассказал о перспективах развития. По окончании деловой части состоялся гала-ужин. Он прошел в аутентичной кипрской таверне в дружеской атмосфере. Участники вечера смогли насладиться традиционной местной кухней в сопровождении выступлений национальных творческих коллективов. Пайщица ЖК Best Way Ксения Витютнева и ее супруг Максим из города Петропавловск-Камчатский справили новоселье в просторной 4-комнатной квартире. До переезда в новое жилье молодая семья несколько раз меняла съемные квартиры. В то же время их знакомые благополучно воспользовались выгодными условиями жилищной программы Best Way. Они порекомендовали нам, они нам все объяснили, рассказали, как у них было в их ситуации. Мы понаблюдали за ними полгода. Дождались, пока они именно получат квартиру, и уже начали сами действовать быстренько. Общая площадь новой квартиры Ксении и Максима – 77 квадратных метров. Дом расположен в благоустроенном районе города с хорошо развитой инфраструктурой. У нас было ощущение, что все, вот оно так и должно было случиться. На этом мы не хотим, конечно, останавливаться. Недвижимость, она всегда нужна. Скоро дети, и им тоже нужно будет куда-то. Не успеешь оглянуться, вырастут. Холдинг Life is Good совместно с Международной бизнес-академией IBA продолжает образовательную деятельность, направленную на повышение уровня профессиональных знаний сотрудников. 22 февраля в Санкт-Петербурге состоялось очередное обучение, на сей раз для топ-лидеров холдинга.
Цель данного мероприятия – подготовка и аттестация собственных бизнес-спикеров, которые смогут проводить в своих структурах тренинги по риторике 1. Все лидеры, которые собрались сегодня, получат именно практические навыки проведения данного обучения. Если до этого они все проходили данное обучение, будучи участниками, то на сегодняшний день у компании есть большая цель сделать так, чтобы эти люди самостоятельно уже в свою очередь обучали своих сотрудников. В северную столицу были приглашены лучшие директора компании, 20 самых успешных лидеров холдинга, сумевших добиться в бизнесе Life is Good уникальных деловых результатов. Здесь мы получаем настолько мощный заряд, и заряд не только в компании, именно, то есть обучение, заряд вообще общения среди директоров, обмен опыта вот этот, и мне позволяет, вот, каждый месяц, когда мы тут собираемся, каждый месяц мне позволяет переходить на точку роста, ставить цели все выше и выше. С каждым годом образовательная деятельность холдинга набирает обороты. Ее результаты находят непосредственное отражение в высоких карьерных достижениях каждого сотрудника. В свою очередь, их деловые успехи являются драйвером роста для всего холдинга Life is Good. Все знания, которые здесь давались, они для того, чтобы строить грамотно образованную структуру, чтобы все сотрудники были профессионалами. Поэтому, в общем-то, все знания сидел, впитывал. План к конгрессу 2020 года прийти директором 8-го уровня.